В 31 год он уже готовится к защите докторской диссертации, а сегодня стал еще и лауреатом губернской премии в области науки и техники. Доцент кафедры аналитической и физической химии Технического университета Булат Сайфутдинов занимается разработкой инновационных методов в нефтяной промышленности. Вводится дизельное топливо стандартов Евро-4, Евро-5. Вот, например, для того, чтобы определить, является ли данное конкретное топливо, соответствует ли оно стандартам Евро-5, используется, например, такой метод анализа, как хроматография. И вот наши материалы, адсорбционные материалы, которые мы предлагаем, могут быть использованы в хроматографии как наполнители для колонок. В 2016 году было подано 30 заявок на конкурс на соискание премий. Лауреатами стали 19 человек. Награду вручил губернатор Николай Меркушкин. Один из основных критериев – значимость для развития мировой науки и особенно для Самарского региона. Направления самые разные – это и математика, и технические науки, и сельское хозяйство, и гуманитарный сектор знания. Научный потенциал губернии всегда был на высоте, и это необходимо поддерживать и развивать. Наша работа прежде всего ценна тем, что она приносит новым поколениям новые знания, новые понимания жизни, часто новые технологии, и новый уклад, и новые, совершенно иные по комфортности условия жизни. Сегодня в Самарской области реализуется целый ряд амбициозных проектов в области науки и техники. Это и создание наукограда «Гагарин-центр», и Жигулевская долина, и территория опережающего развития Тольятти. Университеты получают новый статус, открываются новые предприятия, формируются мощные производственные кластеры. Самарский научный сектор – достояние всемирного значения, ведь именно наши ученые не раз подтверждали это, создавая технологии мирового класса и открывая новые пути человечеству. Олег Зверев, Василий Колдашов, «События».